Фестиваль Сигет, или как его называют, Остров Свободы, это в первую очередь мир музыки и развлечений. Однако сложным темам сегодняшней повестки дня также нашлось место на этом известнейшем мероприятии, проходящем близ столицы Венгрии, Будапешта. Так, тему миграции, которая напрямую затронула саму Венгрию, обсуждают на выставке «Палатка без границ». Она демонстрирует вещи, которые мигранты с Ближнего Востока и Африки оставили на венгерско-сербской границе. Среди них обувь, игрушки, использованные билеты на транспорт. На этой выставке показаны вещи, найденные после прошлогодней значительной волны мигрантов на сербско-венгерской границе. Экспозиция помогает людям задуматься о вещах, насущных при миграции, побеге, путешествии, что из них важно, что менее важно, какие из этих вещей мы можем взять, а какие можем оставить, когда пересекаем границу. Тема палаток обыграна со всех сторон. Так нередко участники фестиваля, особенно те, кто приезжает из-за границы, не хотят забирать домой тенты, в которых жили во время мероприятия. На этот раз оставленные ими вещи передадут беженцам. Свой тент желающие могут обозначить специальной наклейкой. На ней же можно оставить беженцам пожелания. Очень важно привлечь внимание посетителей Сигет, граждан Острова Свободы, к тому факту, что в мире немало людей живут в палатках ни день, ни два, и эти люди ждут своего часа – возвращения к достойной жизни, к безопасности. Серьезные темы или что-то полегче? Участникам фестиваля есть чем заняться и вне концертов. Например, многие не пропускают трансляции Олимпийских игр. Предвидя интерес к этому общепланетарному спортивному состязанию, Заню организаторы фестиваля обеспечили возможность всем желающим быть в курсе событий. Просто здорово, что здесь работает эта палатка с прямой трансляцией. Если бы не она, пришлось бы бегать, искать, где посмотреть соревнования. Сигет – один из крупнейших музыкальных и культурных фестивалей Европы. Он проходит близ Будапешта на острове Обуда с 1993 года.